Здравия желаю. Сегодня, значит, немного та же модель, немного улучшили. Сейчас попробуем запустить. То есть время увеличил. Зазор, и получилось КПД увеличено. Сейчас попробуем запустить. Так. Включаем вольтометр. Так, чтобы это все посмотреть. Выход. Так. Включаю реле. Вот оно. Сейчас видите. Вчера было 0,2 и 0,2. Сейчас 0,2. Работает 0,3 стоит. То есть увеличили мощность. Так, здесь включили, здесь включили. Пошло. Смотрим напряжение. Так. Сто семьдесят, сто сорок пять. Выключаем. То есть записываем сейчас. Пока записываем. Так, 170 максимальный был ток. 170 записываем. И 145 минимум выход. А сейчас посчитаем затраты полные. Так, для этого включаем, значит, онлайн-секундомер. Вот. Онлайн-секундомер. Так. И опять подключаем. Так. Что у нас тут? А, вот она. Опять подключаем, значит, включаем это. Так, и смотрим на секундомер. Так, пошел. Стоп. 20 секунд, 21 секунда. Почти. Значит, почти 21 секунда. Это у нас, считаем, 21, да? 21 помножим на 300, вот 300 оборотов счетчики. Это получается 6300, разделим на 3600. 1,75. Так. 1,75. Значит, получается 1000. Делим на 1,75. 571 ватт. Записываем. 570 ватт. Так, дальше. А тут вот 140. Да, сюда же записываем. 571. Вот. Это затрачено. На систему затрачено. 220 вольт полная.
разделим на 170 и получаем 1,294. А теперь 500 ватт. 500 ватт делим на 1,294. 386 ватт получается. 386 ватт. Ну а здесь у нас идет вторые два такта. Снижение 170. Начинается со 170. 170. И кончается 145. Плюс 145. И делим на 2. 157,5. Ну, 157 запишем. 157 в среднем. В среднем, значит, 157. А теперь 220 разделим на 157. 1,4. Вот 500 разделим на 1,4. 357 в среднем. 357 в среднем. Данные записали. А теперь мы... Вот 350 ватт. Это у нас чистая энергия получается. Чистый выход. А вот считать КПД надо вот так. По затратам, как обозначено на счетчике, 571. Вот. 571. И вот то, что здесь 386 вернулось, плюс 357 и плюс 178. 921. Разделим на 571. 1,60, так, помножим на 100. Вот все-таки правильный КПД 161%. То есть КПД, благодаря вот это вот то, что увеличили промежуток на 0,1, КПД увеличили на 30 с чем-то процентов. Вот. А если увеличить, допустим, до 4, то возможно, что толку не будет, будет гаснуть. Но можно потом будет попробовать. Или, допустим, здесь единицу, а здесь 3. Вот таки, с таким. Может быть, КПД повысится. Но пока вот, пока КПД 161. То есть КПД, вот эта система, благодаря увеличению на 0,1 секунды, промежутка, увеличилась, значит, на 30... Сколько вчера было? 127? На 34%.